Приветствую, дорогие друзья, вы на канале Первый Караван, меня зовут Валентин, и сегодня у нас на обзоре отличный однозонный свежий английский домик Swift Sprite. Прицеп у нас 2019 года, его масса тонна 87, а его цена 1 700 000. И давайте пробежимся по внешнему виду. Характерный внешний вид для компании Swift. Это такая залезенная передняя часть. Skyroof у нас находится на крыше. И в целом домик имеет такую вот обтекаемую форму. Ну а в остальном это у нас классический англичанин. Три окна в передней части, каждый из которых открывается по отдельности. Ручки для поворота у нас здесь есть. Рундук для подключения и установки газовых баллонов. Две лапы в передней части и дышло. Дышло у нас по длине 90 сантиметров с прицепным устройством АЛКО, со стояночным тормозом, с накатным тормозом и с колесом для лифтования прицепа. Фишка для подключения у нас на 13 контактов. По левой стороне окно ведет в переднюю и единственную зону отдыха. И с этой стороны у нас также находится входная группа. Дверка у нас на две части не делится и не имеет, собственно, никакого окна. Просто дефолтная дверь, это с одной стороны даже удобнее. Ну и по этой стороне все, пойдемте назад. В задней части нет окна, но есть уже закладные для велодержателя от фирмы Tula. В принципе, сюда можно поставить велодержатель до 3 велосипедов. Ну и, конечно, в задней части у нас ручки для поворота, габариты и две лапы для упора. Внизу же у нас написана сама модель нашего Swift Sprite, это Alphyn 2. Ну и пойдемте посмотрим с другой стороны. По правой стороне окно ведется в ту же зону отдыха у нас. Выхлоп от отопления Truma Combi. Гнездо для подключения водяного насоса. И рундук для подключения аккумулятора и кабеля 220 вольт. Также у нас решетки от холодильника. Окошко над кухонным блоком. И в конце у нас находится санузел. Соответственно, затонированное окошко ведет у нас в саму комнату. И снизу заливная горловина для смывного бака и отсек под кассету биотуалета. Внизу же в этой части у нас находится слив от серых вод. Прицеп у нас также оснащен мувером в комплекте. Ну, и теперь пойдемте посмотрим на него внутрь. Итак, мы внутри, в нашей единственной зоне отдыха. Здесь у нас два дивана друг напротив друга. Они у нас объединяются в одну большую кровать. Спать подразумевается, что вы будете поперек. Вот. В таком положении. Посередине есть тумба, и она же у нас является столиком. Это у нас не единственный столик, у нас есть спрятанный выносной стол, который можно поставить между диванами, и получится такая уже более полноценная кухонная зона. Под диванами у нас есть места для хранения. А, ну и, кстати говоря, диванчики можно, по идее, использовать как два раздельных спальных места. Я почти 2 метра ростом, но не 2, 1,87 м. Я влезаю сюда почти во весь рост. Соответственно, под ними у нас есть места для хранения. Доступ вы можете получить, открыв такие вот ящички. И, конечно же, места для хранения у нас есть под потолком, уже в привычных для караванов в таких вот местах для хранения. В круг у нас идут окна, наверху skyroof и еще дополнительный люк 60 на 40 сантиметров. Естественного освещения попадает очень много. В принципе, англичане всегда делают свои прицепы именно с расчетом на то, чтобы больше света сюда попадало. И места для хранения у нас есть также еще в тумбочке. Вот здесь один отсек и выезжает дополнительный. Также здесь есть уже USB и розетка 220. Под одним из диванов у нас находится отопитель, сам Truma Combi. Сам отопитель у нас объединен вместе с бойлером, это у нас единая система, и работает у нас все и от газа, и от электричества. По освещению. В центре у нас есть два небольших плафона, которые направлены на общую зону, и по углам у нас есть еще дополнительное освещение с каждой из сторон. Ну и плюс диодная лента, она уже больше для декора, идет по периметру всего прицепа. Ну и давайте теперь посмотрим на кухонный блок. Кухонный блок у нас стандартный для англичанина, однако уже такие вот элементы дизайна здесь присутствуют довольно современные. Если обратить внимание, такая вот декорированная полочка здесь есть, здесь у нас все розетки, все выключатели света находятся. Сверху у нас микроволновая печь, места для хранения посуды, уже есть держатели для тарелок и стаканов. Раковина у нас круглая, из такого вот как бы пластика сделана. Три газовые конфорки, гриль и духовой шкаф. Снизу под плитой тоже есть места для хранения. Холодильник у нас от фирмы Dometic на 80 литров. Работает от газа, от электричества и от аккумулятора автомобиля. Между холодильником и плитой есть еще дополнительные места для хранения. Здесь есть места для ложек и вилок. И сама столешница у нас небольшого размера, но если вам, вы будете здесь
готовить, то вы можете ее удлинить благодаря вот такому вот столику. Сюда можно положить какие-то, ну, доску разделочную, либо тарелочки уже с продуктами. То есть кухня довольно функциональная. Сверху есть небольшой лючок 40 на 40 сантиметров. Над рабочей зоной у нас небольшое окно. И, конечно же, все это дело у нас освещается. Такая же диодная лента здесь контур проходит. И уже направленное освещение непосредственно на рабочую зону. Ну, а напротив кухни есть такой вот блок, куда можно установить телевизор. Давайте рассмотрим его поближе. Такая вот есть небольшая у нас столешница здесь. Она довольно в низкий профиль. Сюда можно установить телевизор. Здесь уже есть закладные под это дело. 220 розетка, 12-вольтовое подключение и сразу выведена антенна. Небольшая полочка. Вот здесь у нас уже лежит пульт от Мувера, от фирмы Power Touch. Сверху также места для хранения. Ну и, собственно, снизу тоже. Такая вот полочка, куда можно сложить обувь. И здесь у нас включение и выключение света. Давайте теперь посмотрим на управление этим прицепом. Оно у нас находится над входной группой. Итак, над входной группой у нас находится вся панель управления прицепом. Состоит она у нас из двух основных частей. Это панель управления непосредственно всеми коммуникациями и домиком. И отдельная панель управления на труму комби. В основной панели вы можете включить водяной насос, включить освещение во всем прицепе, посмотреть, от чего питается этот прицеп, будь то 220, будь то автомобиль или даже солнечная батарея. Даже если вы поставите ее потом, к этой системе можно подрубиться. Также можно все равно управлять трумой с этой панели, то есть нагрев воды, общие настройки, радио и управление холодильника. То есть прицеп у нас довольно современный, 19-й год, поэтому уже не кнопочками все переключается, а вот единым как бы компьютером таким. Ну а рядом уже привычная для многих трума комби. Здесь вы выбираете температуру домика, выбираете режим, от чего будет нагреваться прицеп, будь то газ или электричество, либо комбинированный режим. Также управление на обогрев воды, тоже в такой же системе, что либо это газ, либо электричество. Ну и степень раздува, послабже, либо помощнее. Ну и в целом все, здесь еще была заводская панель с цифрами. Это для того, чтобы вы могли поставить сигнализацию и здесь вводить в случае чего пароль. Дверка у нас открывается и имеет вот такую вот москитную сетку во весь размер. По основной жилой комнате мы с вами пробежались. Ну и теперь давайте посмотрим на санузел. Так, мы в санузле, он у нас полностью раздельный. И слева при входе вас встретит сразу биотуалет Тетфорд с автоматическим смывом. То есть удерживаете кнопочку, и столько, сколько вы удерживаете, столько и происходит смыв. Ну и, конечно же, есть индикатор заполнения. Туалет у нас поворотный, поэтому расположиться можно будет очень удобно. Далее за туалетом у нас сразу идет шкаф такой большой, очень для верхней одежды. Здесь у нас штанга, телевизионная антенна и снизу еще полочки для обуви. За мной находится окно затонированное, мы с вами о нем уже поговорили. Оно у нас с сеточками и со шторками. А в центре комнаты находится раковина. В центре комнаты находится раковина, она у нас из пластика довольно большого размера. Над ней зеркало и снизу места для хранения предметов личной гигиены. Далее справа уже от входа непосредственно душевая кабина, где я сейчас нахожусь. Здесь тоже отдельное освещение, можно здесь же его и выключить. Такая вот прозрачная дверка, смеситель, конечно же. И за душем у нас есть ниша, где спрятан стол для передней зоны отдыха. Комната у нас вся освещается благодаря двум плафончикам над зеркалом и диодной ленты в районе шкафа. Есть небольшой лючок 20 на 20 сантиметров в районе туалета. Ну и, конечно же, эта комната, как и весь остальной прицеп, у нас отапливается. Патрубок от трумокомби выходит возле самого туалета. На этом все. Давайте подводить итоги. Что хочется сказать в итоге про этот прицеп? Отличный однозонный прицеп, не очень длинный. Такой формат еще является проходимым прицепом, поэтому куда-то на бездорожье вы можете без проблем выехать. Но при этом, при всем, он уже полностью современный, уже автономный. У него есть очень модная и удобная панель управления. В комплекте идет мувер, ну и сам дизайн тоже очень современный. Поэтому приезжайте к нам на площадку, оцените его вживую. Также посмотрите на нашем сайте все наши другие предложения. И все это вы можете, конечно же, купить удаленно. Ну и ищите нас в ТикТоке, в Ютубе. Ну и всего доброго, дорогие друзья. Путешествуйте.